Здравствуйте, друзья! Вы на канале Блондинка Жарит. У нас сегодня мукбанг. Кто-то уже кушает, кто-то уже кушает. Это я. Сегодня у нас вот такие шашлычки. Здесь две курочки. Картофан. Испанские кноли, как они? И ребрышки. Или кто это? Ребрышки. И тортик у меня тут. Спасибо, моя любовь. Цветы подарил. Цветы подарил, это будет, конечно, видео. Да, сейчас. Так, я тебе положу рисика, моя лапушка. Тян, тоже будешь рис? Ну, я что, что наложу. Ну как? Самое первое. Яблочки вместе с курочкой. Где? Вон, упала. Пережарила и упала. Лапусь, где твоя вилка? Не взял. Я. Как не взял? Здесь же я положила ее. Да не знаю. Быстро вилку найди. Я не знаю. Могу все, что тебе потрогать. Ну-ка, встань. А где вилка? Сюда клала. Я не знаю. Это не она? Ой, она. Это не она? Ой, она. Ну да, давай. Так, курочка, любовь моя, бери. Попробуй первым делом. Конечно, я сегодня хотела пойти в кино. Но она не успевает сделать свои экзамены. Поэтому пришлось дома сидеть. Еще завтра будем сидеть. Потому что не успевает сдать, ее не допустит в 10 класс. Если она не сдаст. Поэтому сидим пока дома. Делаем. Так, конечно, хотелось бы в кино. Жирно очень, не могу есть. Все, подальше. Все. Ты жир снимай, тут прослойка жира, прослойка курицы. Да. Угу. Жир не люблю. Ну, спроси мне такое не варить хорошо. Курицу? Угу. Почему? Просто там темные наёты вот эти. Мне они не нравятся, аппетит портит. Это мясо, лапусь. Вот, ну может это мясо больше не варить. Могу, но сегодня ешь. Это корнишоны. Если только ты снимешь эти, когда можно мне давать. Угу, сняла. Я сейчас тебе буду слушать. Нет, это просто красно вкусно. Лупу. Не слабо. Лупу. Эта штука натуральная, как для кислоты. Шелтенькая. Добивай оранжевую, а лучше зеленый чай полезней. Зеленый чай не пью, оранжевый не очень. Я подичку пила. Я бы тоже, вот они. С твоим гастритом, Диана, тебе надо диету соблюдать. И воду нельзя пить? Воду можно. Воды налить? Да. Так, друзья, курочка. Кожица, конечно, сегодня у меня подгорела. Ну, вредно есть кожу. Поэтому хорошо, что подгорела. Да, это ужин. У нас ужин, да, это еда на ужин. Да, блин. Цыпленок корнишон. Если это был полник, вот можно вредное все. Без черного возьму. Да, пусть. Ну, полник. Возьми, пожалуйста, это кушаем. Упа. Держи, ешь. Упа. Отрывай, да. А лучше куриную грудку бери. Ну, корнишонную. Полезней.
Надо мясо. Спасибо. Спасибо. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Да, задали мне вопрос, почему дочь постоянно со мной. Она не ходит в школу, или что? Ходит она в школу, у нее специальное обучение. У нее частная, платная школа. Вот. Она ходила в первый класс только. Полгода. А потом перестала. Мы обучались в одной платной школе, потом перешли в другую. И сейчас вот остановились уже несколько лет в очень замечательной школе. Платная, классная, учителя замечательные, объясняют хорошо программу. Держи, давай. Ой, не могу уже молчать. Картофельный бутерброд. Я слышала. Я тоже. Ну, как тебе? Бутер. Вкусненько. Картофельные. Бочки. Сердце. А это из какого животного? Цыпленочек. Цыпленок зайный. Цыпленок паяный. Да. Кушай. С рисом. А какой цыпленок зайный и паяный? Ну, в духовке. Запеченный. Запеченный. Угу. Кетчупа не хватает. Ну как? Ну, не чувствуется ничего. Нормально чувствуется, в смысле? Глеб, попробуешь? Нет. Давай. Не ест? Да. Тогда можно говорить? Говори. Картошки не чувствуется. А. Ну, неплохо. Мне нравится, я буду покупать. Какие жвастики? Ешь. Как мармелад, только суп из можно. Теста. Как клёстки. Мне напомнило, знаешь, чего? Дай мне попить. Только я ничего не даю съедать. А ты поешь. Ты сейчас воды выпьешь и не будешь есть. Ну. Загонишь. Не угоню. Не угоню. Подожди, пожалуйста, я угонюсь. Ну ты сама ищи, я подвинусь. Это вообще мое место. О, спасибо. Ты на двух стульях сидишь. На двух стульях не усидишь. Толкнут. Где-то я слышала такую пословицу. А я придумал пословицу. Не знаю, есть она или нет. Меньше слов, больше дел. Есть такая пословица? Есть. Я. Вот эти слишком лимонный какой-то соус, да? Мне же не понравился. Вот, ну, себе снимаю. Не знаю, какой-то. Лимонный. Что-то не так. Так, вон жир. Да, кусок. Вот я его куснула, такой жирный. Курдючный. А вот мяско. Мягкое, нормально пропилось. Вас не так. Специи переложили. Какие-то специи не очень подобранные. В принципе, вкусно. Но я больше не буду покупать. Курица лучше.
Да. Корнишон. Блин, думала, корнишон возьму, взяла кость. А корнишон где? Курица это и есть корнишон, мелкая. Что ты сегодня писала на экзамене? Образованный человек? Да. Угу. Я еще ошибки допустила. Я еще что заметила. Да. Вместо «с» — «напустишь». «З» и «з» это от яйца. Ты путала слово. «З». Я наелась. Пойду помою лапы. Да за букву не снимай. Тортик, тортик, тортик. Маленький мини-тортик. Без глютеновый. Свечи не люблю, когда простые, обычные. А тут свеч непростая. На ней кто-то. Ты будешь сутувать свечи, но это не мой день, а день. Поросеночек. Да. Так, загадываю желание, загадываю желание, загадываю желание. Много денег. Я бы сказала. И ты должен загадывать, а мамочка? Я оставлю его. Я просто вытащу свечу и выкину, а его оставлю. Ага, с кем поделиться? Со мной. Это нет. Не шоколадный, это да, светлый такой. Нет, не верю. Да. Нет. Там же нарисован белый. Ты не будешь? Нет. И не будем кушать. Что, мы всю еду даем потом? Где сейчас выгонишь свинки рис? Я не гоню. Ну, пусть ешь. Дай мне почитать кушать. Давай уколы. Вкусный? Вот эта серединка, как птичье молоко. Шоколад молочный. И натуральный такой. И все это без глютена. Протеиновые. Но при этом вкусные. Ну что, мои дорогие друзья, сейчас еще не кончен день. Я пойду зырить кино какое-нибудь. Конечно, хотела сходить в кино на вызов. Сейчас идет вызов, уже давно хотела сходить. В неделю назад не смогла сходить, потому что там свои обстоятельства, дела, то все вообще. Думаю, через недельку схожу. Написала классный руководитель, то что срочно сдавайте все работы, быстрее, быстрее, быстрее. Ну вот, 2 дня нам осталось сдавать. Сегодня она сделала 4. И завтра еще штук 6-8, да? Ужас, ужас. Поэтому она будет сегодня допоздна делать работы. Вот. Так, ну по-моему, я на вопрос ответила про школу, да? Ну да. Что еще? Надо в следующий раз ноутбук взять и читать вопросы. Да. Вот. Ну, я считаю, что частные школы лучше. Там и учителя не орут, не кричат. Да. Да, вот я к чему имею я в виду. Я помню, в прошлый, когда ходила в школу. В первый класс, да. Как там, можно быть такими тупыми? Объяснить не может ничего. Школа была у нас образцово-показательная. Я в первый класс, когда я ее отдала. И всех усмеивала, издевалась. Ну вот, не как я писала. Да, специально ждала несколько... она болела, и она ждала, пока ребенок выйдет из болезни в школу, после болезни. И чтобы показать эту букву «Н». То есть до этого она не показывала, надо специально было показать. Да, вы вот мне. Так. Это Диана написала так «Н». Это разве так можно писать? Нет, ха-ха-ха-ха-ха. А как она
сидела там с другой учительницей и разговаривала за своим столом. Вот говорит... это какая хорошая. Не то, что та на меня. Вообще никчемная, короче. Еще была перемена. И я бегу со всех ног с телефоном в руке. Скорее в класс сесть. Не, не надо, не надо. Бегу со всех ног с телефоном. Ну, когда телефон она у тебя забрала. И она с телефоном нельзя на уроки. И забрала его. Да-да-да, я потом, где телефон, ты мне ничего не говоришь. Где мне его оставить? На стуле за порогом? В рюкзак или где? Это без рюкзака? А, без рюкзака? Ну, в карман, я не знаю. Ну, я могу пройти с телефоном в руке и сесть и убрать. А она мне только в коридоре иду... Ой, не знаю, со мной как-то она нормально всегда общалась и посоветовала мне еще логопеда, мы ходили платно, дополнительные продленку оплачивала я отдельно, то есть в этой школе мы платили чуть ли не столько же денег, сколько в платной, прям, ну практически, да, то есть все, давайте мы закупим на целый год нам канцелярию для класса, а давайте, закупили эту канцелярию, а через полгода канцелярии нет, вот, куда она делась. Потом давайте купим ноутбуки скидываться ребенку, ну, в первом классе, чтобы они могли, макбуки скидывались, все скидывались. А что еще скидывались? Постоянно скидывались. Чуть ли не каждый месяц. Ну, там раз в два месяца точно. На каждом родительском собрании так это вообще. Проектор купили. Может, и сейчас изменились времена, это было когда? 10 лет назад. Сколько там? 8 лет назад. Короче... И вставать рано, идти в школу, тащиться. Я не видела там результата в обучении. Допустим, вот дошколенок она ходила каждый день, она все знала. И считать, и писать, и читать, и все могла. Там очень хорошая была учительница. И она мне говорила, давайте ко мне в класс. И я вот еще подумала, о, далеко ездить, а тут хорошая школа. Что это далеко? Нормальная была школа. Можно было, все равно я на машине возила каждое утро тебя. Вот сейчас в нашей платной школе есть даже психолог, есть человек, который помогает в образовании, в обучении, сопровождает обучение. Кстати, вот он тоже пойдет в платную очень школу. Очень хорошо объясняют. Вообще никогда и учителя, и никогда не голос на «вы» учителя. Многие на «вы» же, да? Да, все. Есть почти. Такие, почти все. Ну... Нет, не все. Доедай. А сколько? Вот тебе чего? Давай, 10. Быстро. Рис. Рис. А вот он не ест. Вечно он не ест. Всегда у него проблема с едой. Да? Звездочка твоя уже все? Пропала? Покажи красоту. Показал. Я всего две картофелины съела. А мясо? Как-то сухо, можно поить воды? Да. Курица останется на завтра, а это я не знаю. Да, это лучше мамочка сделает. Я говорила то, что лучше мамочка сделает. А можно мне отлить сюда? Давайте супа налью тогда. О, давай. Тарелочку. Давай, вместо этого суп. О, и налей мне водички. Пожалуйста. Я слон. Ай, господи. Я слон. Так, а у меня фисташечки. Я люблю фисташки. Полезно для крови. Для тромбоцитов. Дай попробовать. Когда фисташки не ела. Ну, я, конечно, переела. Чем нос мне показывает свою губку? Мне это портит аппетит. Что, грязный? Не знаю. Каяки. Прикадай туда. Солененькая. Не брони ей. И при этом чуть-чуть сладкая. Давай дуть буду. Вкусно, короче. Давай. Ой, водичка у меня есть. Суп только сварила. Суп вкусненький. Такой смотрю, жирненький такой. Это костный бульон, это наваренный. Не жир. Это трубчатые кости. Это очень крутые бульоны. И фрикателька есть.
Очень горячо. Попробую потом. Горячий. Ой, шарик кто-то уронил. Блин, я смотрю, что там такое летит. Что там? Птица такая толстая. Сейчас там ребенок, наверное, плачет. Он не хлопнул и полетел. Он хлопнул и полетел. Вперед улетел. Вверх. Блин. Последний скоб. Как у меня Янка маленькая, шарик. Когда была, ее в машине тошнило. А когда ей купишь шарик, ее не тошнит. И я говорю, ну что тошнит? Она тошнит, тошнит. Купи мне шарик, и не будет тошнить. Ну, меня тошнило. Я просто переставала бубнить о том, что меня тошнит с шариком. Потому что с шариком уже не грустно. То, что тошнит, и можно не бубнить. Я так переела. Ух, все. Можно заполучной одежды спать. Что умыться? Какой спать? Тебе контрольных доделок до победного? Да. Спать. Мысленно спать. Как можно было запустить так все? Горячие, смотри, не обожгись. Усе. Ну там чуть-чуть, я только капельку попробую. Это будут мои эти готовые. Тушь. Там уже, наверное, из какао застыло. Это тоже растет. Будет вот так вот уходить. Я тоже. Ты как этот клещ какой-то. Вдруг кусаёк лезет. Крябики. О, давайте все вместе так на обложку поставимся. О, давай. Ну? Крейзи. Crazy Family. Классно, Crazy Family. Crazy Family, о чем? Прикольно. Да. The Crazy. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Точно Crazy Family. Давай я. Ну-ка я. Так, друзья, сейчас я его буду докармливать. А с вами мы прощаемся. А с вами мы прощаемся. Все, пошли смотреть кино, обниматься, незаться, чесать голову. А руки помыть жирные. Сосуд пальц. Так, друзья, с вами прощаемся. Пока. Пишите еще вопросы, будем отвечать. Пока. До свидания.